Работы по обустройству бордюров, ливневок, тротуаров и дорог начались несколько недель назад. Это часть проекта по благоустройству улицы Армавирская. Одним из обращений местных жителей к депутату городского собрания Сочи Сергею Ксюзяну стала просьба о создании парка. Он появится на месте старых гаражей и заброшенных сараев. Таким образом, территория порядка 1 гектара заметно преобразится. Уже начался, значит, демонтаж существующих гаражей. Но демонтаж гаражей идет, скажем так, с нескольким торможением, потому что люди неохотно убирают данные гаражи. Помощников нет, скажем так. Да, там есть вот группа лиц, которые просто всячески мешают данной работе. Если бы местные жители подключились к уборке, говорит депутат, то уже в этом году можно было бы высадить деревья и разбить сквер. А так он, возможно, появится только весной. Обращений к депутату поступает немало. Все они рассматриваются советом ТОС, а потом уже выносятся на профильные комитеты. Любой вопрос по медицине, по транспорту мы постоянно обращаемся. Если могут помочь депутаты, помогают. И как бы мы довольны работой, вот особенно Сергея Сергеевича. Вот. У нас проблемы остановки электричек. На субботниках тоже помогает, саженцы выделяет, какой-то материал предоставляет. Ну, по всем вопросам, очень много вопросов. Недавно удалось решить и проблему с придомовыми проездами. По всей территории положен новый асфальт, появились новые детские площадки. И работа в этом направлении на благо жителей 13-го Сочинского избирательного округа продолжается. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.